Продолжаем нашу вечернюю музыкальную программу. Сейчас прозвучит концерт для скрипки с оркестром «Си минор» французского композитора Камила Сен-Санса, исполнителя Марк Комиссаров и Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии, дирижер Арвид Янсенс. Запись по трансляции из фондов нашего радио. Thank you.
Вы слушали концерт для скрипки с оркестром «Си минор» французского композитора Камила Сен-Санса. Исполнители Марк Комиссаров и Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии, дирижер Арвид Янсенс.